Вот такой велосипед у Мирошки. Горка? Да. Мироше купили велосипед. Смотри, аккуратно, дядя едет. Да. Давай. Велосипед, давай, сынок. Мироша сейчас будет скатываться вот с такой горочки. Выбирали велосипед. Скатился, по видео не видно. Не видно на видео, что это горка, Мир. Ага. Что неровная дорожка. Долго выбирали велосипед. Мироша хотел четырехколесный, чтобы два и больших колеса и два маленьких, но я думаю, что он еще слишком мал для такого велосипеда, хотя не с двух лет, но что-то я сомневаюсь. Давай, езжай. Поэтому решили все-таки этот сезон откатать на таком велосипеде. Чего? Поднять? Давай. Опа. Сзади бутылочка с водой крепится. Хотели другого цвета, но не было салата, вы купили, пока мы думали, ходили. И остался фиолетовый. Вот ходили мы две недели, все спрашивали. Сказали нет, только фиолетовый. Ну вот пришлось нам этот цвет взять, хотя ужасно не люблю этот цвет. Я считаю, что он для девочки. Ну, во дворе кататься, какая разница? Да, Мир? Да. Тем более у Мироши еще сестричка растет. Потом ей будет этот велосипед. О, собака? Она маленькая, сынок. Не бойся, собачка. Не укусит, сынок. Она маленькая совсем. Вдалеке увидел собаку. Сегодня первый день нормальная погода, когда не идет дождь. Что, сынок? Я ж с тобой рядом. Я буду рядом. Вот такой велосипед у Мирошки. Пока, скажи. Пока. Пока. Нет. Нет, не пока. Нет, пока. Не пока.